Вязать надо и с тоненькими ниточками. И самое главное в этом образце – это смотреть за петельками. Для работы выдвигаем иглы в нестандартном порядке. То есть в стандартной линейке нас не спасут. Лучше всего, если у вас есть наборная линейка. Набираете в нужном порядке штыречки, и они вам выдвигают иглы все оптом, сразу. Не надо об этом думать. Если такого чуда и такого счастья у вас нет, тогда придется руками каждую иголочку по рапорту выдвигать. У нас петли стоят в заднем нерабочем положении. Каждая шестая, 5 работают, шестая сзади, 5 работают, шестая сзади. И выдвигаем в переднее нерабочее положение, рядом стоящую с задней. Вперед, через одну, еще вперед, 2 работают. То есть по рапорту виден порядок выдвижения игл. Выдвигаем, провязываем 3 ряда. Раз, два, три. 3 ряда, лучше 4, но 4 это вообще уже будет фантастика, не провяжет. Поэтому еще один ряд на всех местах. Сзади как стояли иголочки, так и стоят. Выдвигаем опять и опять провязываем. Все, вот весь рисунок. Но он такой красивый, ажурный. И вязать, как я уже сказала, на свободной плотности тоненькими ниточками. Это ажурный рисунок. Он не предполагает жесткости. Потому что, видите, очень-очень-очень плотно будет. Поэтому рыхленько, свободными ниточками и ажурные вот такие вот вещи очень-очень красиво смотрятся. Опять выдвигаем те же самые иглы, которые были. И еще 3 ряда. Раз. Следим за иголками. Один ряд общий. Если провязывать 2 ряда общих, простых, то рисунок будет выглядеть попроще, скажем так. Вот в таком варианте он очень красив и изнутри, и снаружи. То есть обе стороны, лицо и изнанка у него просто отлично выглядят. Можно использовать обе стороны. Рисунок относится к простым, но тут нужно следить за петельками, чтобы они не слетели, и за тем, чтобы провязывала игла, находящаяся в работе между двумя стоящими в переднем рабочем положении. Вот такие вот вещи иногда не провязывают машины, потому что им тяжело. А так рисунок красивый, эффектный и относится именно к простым ажурам, не требующим какой-то большой сосредоточенности. Это чисто механическая работа. Одни иглы ввели, поставили в работу. Те же самые иглы ввели, поставили в работу.